Здравствуйте, дорогие друзья! Приступим к нашему вебинару, очередному из серии «Стекловедение». И во вкладке «Общий чат» прошу вас поставить плюс, если вы меня хорошо слышите. Будем надеяться, что слышно меня хорошо и присутствующим на вебинаре, и слушателям в записи, потому что, напоминаю, данный вебинар вы можете найти в записи в скором будущем на сайте фирмы «Титан». Итак, мы начнем. Меня зовут Надежда Ершова, я являюсь спикером и ведущим серии вебинаров из сферы стеклянного дела. Мы уже давно с вами изучаем различные виды стекла, стеклянных конструкций, стеклянных изделий. И сегодняшний вебинар у нас посвящен специальным видам стекла, их сфере применения, способам обработки и так далее. Это не первый и, надеюсь, не последний вебинар на данную тему, потому что стеклянных изделий из специальных видов стекла становится все больше, и видов стекла становится больше, поскольку появление новых видов отвечает, скажем так, вызовам времени. Начнем рассмотрение этой темы с общего обзора специальных видов стекла. И здесь мы с вами увидим, что даже привычные, ставшие, так скажем, обыденными виды стекла, можно причислить к этому типу специального стекла. Итак, самым на сегодняшний день распространенным видом специального стекла является термически обработанное стекло, которое также классифицируется на несколько вариантов. Это термоупрочненное стекло, это закаленное стекло и закаленное стекло, подвергнутое испытанию термовыдержкой. Такие интересные факты открываются перед нами. И если закаленное стекло – это достаточно известный вид стекла, то о двух остальных мы сегодня поговорим поподробнее, и для кого-то это может стать достаточно новым видом стекла. Итак, закаленное стекло, которое наиболее известно из этих видов, проходит термообработку методом контролируемого нагрева и охлаждения. На слайде вы видите технологию изготовления закаленного стекла. При охлаждении поверхность стекла блокируется в состоянии сжатия, и стекло приобретает особые свойства. Это повышенная механическая прочность по отношению к ударам, это повышенная устойчивость к термошоку, это повышенная безопасность в случае разрушения стекла и уменьшение риска получения травмы от осколков, поскольку осколочки получаются с неострыми краями. Применяется данный вид стекла как при одинарном остеклении, в составе стеклопакетов, в составе ламинированного стекла, так и
При следующих видах деятельности, которые должны отвечать требованию повышенной механической прочности, устойчивости к термошоку и так далее. То есть о тех свойствах, о которых я говорила выше. То есть такое стекло применяется, допустим, в стеклянных дверях, в механически подвижных стеклянных элементах, например, раздвижных перегородках, в стеклах, подвергаемых воздействию солнечного излучения, это то, что касается устойчивости к термошоку, по поводу прочности мы немножко позже поговорим. И для стеклянных конструкций, перегородок, например, в общественных зданиях. Использование закаленного стекла обусловлено тем, что такое стекло значительно более прочное и является, как я уже сказала, безопасным для человека. Еще одна, кстати, область применения закаленного стекла – это остекление фасадов. Например, при использовании широкоформатных стеклопакетов с тонированными в массе солнцезащитными стеклами или стеклами с мультифункциональными покрытиями. Что касается термоупрочненного стекла, здесь второй процесс на слайде также показан, то от закаленного стекла это стекло отличается прежде всего по изготовлению, поскольку, как и закаленное, оно сначала подвергается обработке методом контролируемого нагрева и охлаждения, но охлаждение более медленное, чем у закалки, и стекло получается с несколько другими свойствами. То есть у него выше сопротивление к изгибу, например, чем у обычного стекла, но меньше, чем у закаленного. Это ответ на вопрос, наверное, Юлия, ваш. Поскольку термоупрочненное стекло охлаждается гораздо медленнее. Но в целом свойства у него все-таки лучше, чем у обычного стекла, и поэтому его также применяют в составе стеклопакетов, ламинированных стекол. Но главным образом термоупрочненное стекло применяется для снижения риска разрушения по причине термошока, например, в случае с солнцезащитными стеклами или со стеклами с еще более высоким уровнем поглощения солнечной энергии. И для увеличения предела прочности изделия на изгиб до 70 ньютонов на миллиметр квадратный. Как закаленное, так и термоупрочненное стекло нельзя резать, сверлить или подвергать другим видам обработки после термической обработки. То есть надо сразу же делать деталь нужных параметров. Но в целом очень интересные виды стекла, как закаленные, так и термоупрочненные. Есть еще очень интересный слайд. Это распределение напряжений в закаленном стекле. И, соответственно, на какие осколки оно может распасться. Так, еще один вид стекла из этой серии – это закаленное стекло, подвергнутое испытанию термовыдержкой. И, собственно, это стекло, которое, опять же, проходит термообработку методов контролируемого нагрева и охлаждения, и его поверхность также блокируется в состоянии сжатия. Далее такое стекло помещают в специальную камеру, где оно проходит специальный цикл нагрева, при котором стекла, содержащие посторонние примеси, разрушаются. То есть вот этот процесс и называется термовыдержкой. И получается такое
хорошее закаленное органически чистое, скажем так, стекло. Применяют его также в одинарном остеклении, в составе стеклопакета, в составе ламинированного стекла и там, где в основном требуется, опять же, повышенная механическая прочность по отношению к ударам, то есть это те же самые стеклянные двери, это стеклянные перегородки и прочие изделия. Также повышенная устойчивость к термошоку. И главным свойством рассматривается разрушение стекла так, чтобы обеспечить минимальный риск получения травмы от осколков. То есть, опять же, такое стекло для общественных многолюдных помещений – это просто незаменимый вариант. И также, как остальные виды стекол, закаленные и термоупрочненные, такое стекло надо делать сразу же в готовом виде изделия, то есть его нельзя сверлить, резать и подвергать другим видам обработки. Это то, что касается достаточно привычных для нас стекол из области закаленных, если так обобщить. Еще одно замечательное стекло, которое прочно вошло в нашу жизнь, мы уже, в общем-то, не замечаем, что оно существует, а на самом деле триплекс, широко нам известным, является также специальным видом стекла и является стеклом безопасным, что самое главное. Кстати, о безопасности необходимо заметить обязательно, что термоупрочненное стекло, строго говоря, нельзя отнести к безопасным видам стекла полностью, поскольку хотя оно и обладает повышенной прочностью, но осколки дает все-таки острые. Это надо учитывать. И если необходимо соблюдать все-таки травму безопасность, то его выбирать, в общем-то, не стоит. Но вернемся к триплексу. Это не одно стекло, как вы знаете, это несколько стекол, которые соединены между собой полимерными пленками. И если триплекс разбивается, то осколки как раз и являются безопасными. Они не разлетаются в стороны и не имеют таких острых краев, чтобы порезать человека. И на самом деле на практике разбить стеклянные триплексные изделия достаточно сложно. То есть, если не бить его постоянно острым предметом в торец, то оно должно выдержать очень большие усилия. И толщина полотна, как правило, выбирается 8-10 мм. Но хотя встречается и более толстое стекло, где-то 12 14 миллиметров. Все это зависит от необходимости, от функции конструкции и от дизайнерской архитектурной идеи и, естественно, от конструктивного расчета. Так что к специальным видам стекла относится, еще раз повторю, и наш любимый широко встречающийся в природе триплекс, ставший уже достаточно обыденным. К современным специальным стеклам относится еще множество видов и подвидов. Из них мы сегодня рассмотрим не самую большую часть, но одну из самых интересных. Итак, к специальным видам современных стекол, к современным инновациям относится смарт-стекло или умное стекло, стекло с электрообогревом, самоочищающееся стекло и различные специализированные типы стекол, такие как противопожарные, антивандальные и другие. Их, конечно, надо рассматривать в более широком аспекте, но кое-что мы сегодня рассмотрим. Итак, прежде всего, коротко скажем о самоочищающемся стекле, остальное все рассмотрим более подробно. От других стекол эта конструкция отличается специальным покрытием, которое в обычных условиях растворяет органические загрязнения на поверхности стекла
и повышает устойчивость стекла к воздействию воды. То есть это позволяет легко смыть грязь с поверхности и значительно снизить или даже убрать необходимость ручной очистки стекла. То есть это очень хорошо, когда у нас огромные поверхности застекленные и достаточно проблематично ее очистить. Самоочищающееся стекло может быть использовано как в ординарном остеклении, так и в стеклопакетах. И его тайна, скажем так, заключается в двухступенчатом действии. Во-первых, получается разложение органической грязи. Здесь используется фотокаталитический процесс, при котором покрытие вступает в реакцию с ультрафиолетовыми лучами естественного освещения, и происходит разложение и разрушение органической грязи. И вторая ступень – это смывание грязи, при которой при попадании воды на стекло, а это может быть дождь, осадки и просто вода, ну, допустим, из шланга, вода равномерно распределяется по всей поверхности, и по мере ее истекания она удаляет грязь со стекла практически без следа. Очень положительным качеством данного вида стекла является то, что в отличие от обычных стекол, вода очень быстро высыхает и не оставляет после себя пятен. И такое стекло, как правило, действует даже в облачные дни и ночью, то есть света достаточно. Разрушает даже сильные органические загрязнения, помогает смыть их дождевой водой. Пасмурные дни, как правило, не проблема. Ну и используется для любого вида наружного остекления. Покрытие очень долгосрочно работающее, не истирается, не изнашивается и имеет такой же срок службы, что и само стекло. Вот такой удобный вид стекла мы имеем на сегодняшний день, и в каких-то случаях оно очень полезно и очень необходимо. Второй из названных видов стекла – это смарт-стекло, которое сейчас завоевывает все более широкие позиции, поскольку имеет ряд очень хороших качеств, очень нужных в современных условиях. Смарт-стекло, еще раз повторю, называется по-другому еще умное стекло. Это класс стекольных материалов, которые обладают специальными свойствами или изменяющимися свойствами под действием, допустим, электрического тока. Как правило, смарт-стекло – это композитный материал, состоит из нескольких слоев стекла, как правило, двух. Стекло может быть прозрачное или тонированное, с помещенным между ними жидкокристаллическим внутренним слоем. То есть это технология триплекс. Как правило, наиболее распространено стекло с изменяемой прозрачностью, которая обладает большими функциональными возможностями по сравнению с обычным стеклом, поскольку оно меняет степень прозрачности в зависимости от величины подаваемого напряжения и может выступать даже в роли двустороннего проекционного экрана. Хорошая новость то, что это стекло совершенно безопасно и, как говорят производители, очень надежно, устойчиво к внешним воздействиям и погодным условиям, ну и достаточно легко в эксплуатации. В архитектуре и производстве для изготовления светопрозрачных конструкций, то есть окон, перегородок, дверей и прочих конструкций, очень хорошо идет данный вид стекла, поскольку оно используется и в интерьере, и в экстерьере, в зависимости от назначения.
Оно изменяет свои оптические свойства, то есть матовость, коэффициент пропускания, коэффициент поглощения тепла, то есть здесь не обязательно играет роль только прозрачность и непрозрачность. И, собственно, процесс, принцип действия смарт-стекла вы видите на слайде. Когда подобное стекло отключается от источника питания, а трансформатор, как правило, поставляется в комплекте с таким стеклом, то жидкие кристаллы ориентированы хаотично, и стекло становится матовым. Препятствие видимости сквозь стекло в обе стороны. При подаче питания кристаллы выстраиваются в одном направлении, и стекло становится полностью прозрачным. То есть, чтобы сделать стекло стеклянным, скажем так, нужно его подключить к питанию. Положительные качества данного вида стекла в том, что оно пропускает до 77% света в оба направления, независимо от состояния, то есть состояние ли оно матовым или прозрачным, светопропускание одинаково практически. Жидкокристаллический слой помещен внутри обычного стекла, которые можно мыть и обрабатывать так же, как и обыкновенные. Здесь не нужны жалюзи и шторы, поскольку вместо них работает матовость. Но если энергию дома отключат, то необходимо, наверное, иметь генератор энергии, либо переходник. То есть на этот случай аварийная подача должна быть энергии, я так думаю. Смарт-стекло не подвержено разрушающему воздействию ультрафиолетового излучения и сохраняет свои стабильные свойства на протяжении там, свыше 5 лет. Вот, насколько я знаю, гарантийный срок у него около 5 лет. Собственно, смарт-стекло можно изготовить любой кривизны. И достаточно экономное энергопотребление, это 7 ватт на так. И что еще хотелось бы мне сказать, это то, что стекло достаточно безопасное и может служить в качестве ударопрочного остекления, поскольку его технологии схожи с технологией триплекса. Для усиления антивандальных свойств, все-таки такая красота часто привлекает вандалов, можно нанести защитную пленку. Такое стекло, кстати, можно вставить в пулестойкий стеклопакет, то есть еще один вариант антивандального остекления. И, в общем-то, достаточно интересный вариант с применением этого стекла как во внутренних помещениях, то есть в перегородках, так и во внешних, то есть это витрины, фасады и так далее. Несколько позже я продемонстрирую еще варианты. Преимущества смарт-стекла состоят, во-первых, в том, что оно позволяет уменьшить потери тепла, сократить расходы на кондиционирование и освещение, служит альтернативой различным затеняющим конструкциям, таким как шторы, жалюзи и так далее. И в прозрачном состоянии жидкокристаллическое или электрохимическое смарт-стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение. Особенности состоят в том, что смарт-стекло на взвешенных частицах требует для блокировки ультрафиолета использования специальных покрытий. То есть в зависимости от вида смарт-стекла нужно еще знать его особенности. По поводу действия различного вида умного стекла сразу же, поскольку возникают вопросы очень часто, как
все это действует, как это подключается. Вот здесь дана принципиальная схема с выводом электрических элементов, элементов электрической цепи. Еще раз повторяю, это схема, но все-таки она дает возможность увидеть, как действует смарт-стекло, как его инсталлировать и как подключается питание на пленку. Зачастую возникают такие вопросы у слушателей, так что сразу предваряем этот вопрос. Кроме того, был еще один интересный вопрос у слушателей, то есть в зависимости от падения угла света меняется ли прозрачность конструкции. Нужно сказать, что смарт-стекло переменной матовости имеет высокую степень рассеивания, и уже на расстоянии до 2 сантиметров за ним не видно практически ничего, если оно в состоянии матовости находится. Но если на стекло падает резкая тень, особенно если объект находится между источником света и стеклом недалеко от стекла, а за стеклом темное помещение, то через стекло виден неясный темный контур объекта. Все-таки есть такой вариант, что это не полностью прозрачная получается, не полностью матовая получается стена. То есть здесь еще нужно учитывать особенности освещения и проектировать освещение специально для данного вида стекла. И в прозрачном состоянии стекло немного рассеивает лучи, падающие на него под большим углом. То есть небольшая степень замутненности все-таки присутствует, но это если очень сильно приглядеться и смотреть как бы вдоль стекла. А в целом стекло отвечает требованиям прозрачности в достаточно большом объеме. Кроме вышеназванных видов смарт-стекла, существует еще несколько подтипов, которые сходны по действию и сходны по применению. К смарт-стеклу относится, например, сенсорное стекло, которое служит, принцип действия которого такой же, как в смартфонах, например. То есть датчики сенсорные позволяют менять изображение, выбирать какие-то картинки. В целом это стекло применяется для создания, допустим, умной витрины какой-нибудь, части умного фасада и так далее. Псевдоголография позволяет проецировать объемные изображения на стеклянную поверхность, чем очень привлекает внимание, особенно в рекламных целях, например. Как правило, внутри помещения служит дополнительным арт-объектом такое стекло с псевдоголографией. Дополнительно к вышеназванным видам стекла применяются аудиоустройства, которые позволяют озвучивать происходящее или выбираемое человеком на экране. Это очень компактное устройство с датчиком, которое позволяет создавать как бы новую реальность в виде изображения и звука. Это, как правило, также применяется в рекламных целях, в различных программах, гидах и так далее. То есть для экскурсионных целей очень хорошо подходит. Для путеводителя по, допустим, торговому центру, может быть, и так далее. То есть хорошая вещь, советую обратить внимание. И еще немножко о конструкциях, то есть о стекле переменной, остеклении переменной матовости, из чего оно состоит. То есть, если это триплекс, то конструкция у него из нескольких стекол, двух слоев ламинации и жидкокристаллической пленки, которая, как правило, и создает эффект матовости при подаче напряжения.
и при отсутствии оной. Если мы применяем закаленное стекло, то жидкокристаллическая пленка клеится прямо на него. И если у нас стеклопакет, то, естественно, жидкокристаллическая пленка клеится на одиночное стекло внутри стеклопакета. То есть принцип похож сразу и на закаленное, и на триплекс. Такой вид стекла завоевывает все большее признание, поскольку решает одним махом сразу много проблем от регулировки селективности, так скажем, освещения до регулировки энергопотребления, теплопередачи, усиления прочности и так далее. И управляется виды умного стекла, вышеназванные мною, с помощью как стационарных переключателей, обычных, привычных в наших помещениях, так и пультом дистанционного управления, также привычно системой умного дома по различным реле и радарам, автоматическое отключение, и также по расписанию. То есть можно поставить программу, когда стекло самопроизвольно в зависимости от заданного расписания становится либо матовым, либо прозрачным, либо на нем появляется рисунок и так далее. Где в основном применяется, еще раз подытожу эту тему, это перегородки внутри помещений, это окна, это двери, это различные планшетные стеклянные виды изображений и так далее. Это различные витрины, это различные виды фасадов. Некоторые характеристики остекления переменной матовости вы видите на экране. И еще один из видов конструкции смарт-стекла – это интерактивная стена. То есть это тот же остекленный фасад, на который подается изображение. В основном это, опять же, рекламные ролики, но можно транслировать любой вид изображения, вплоть до обзорной экскурсии по городу и так далее. В целом создается непередаваемое ощущение от такого вида картинки и приносит немалую пользу обладателю такого экрана. Ну и, как я уже говорила, это различные смарт-витрины, особенно проекционные технологии широко используются. И такая смарт-витрина может быть не только функционально, но и служить, как я уже говорила, арт-объектом, в зависимости от того, какое изображение на нее транслируется. Еще один вид современного специального остекления – это стекло с электрообогревом. И в условиях нашей климатической зоны, когда зима у нас длится свыше полугода время от времени, а в некоторых местах она и не проходит. Стекла с электрообогревом очень полезны и очень функциональны. Это стекла, имеющие электропроводящие покрытие или сетку, которые нагреваются при пропускании через них электрического тока. То есть принцип действия похож на предыдущий вариант стекла со смарт-покрытием. Внешне такое стекло ничем не отличается от обычного. Проводка расположена внутри профиля, а поверхность стекла покрывается
тонким слоем оксида металла, который выступает в роли нагревательного элемента. Электрообогреваемые стеклопакеты в основном производятся из закаленного стекла, поскольку в противном случае перепады температур могут разрушить стекло. Такие стекла абсолютно безопасны и, собственно, не предполагают поражение человека электрическим током. Ну, конечно, если они сделаны по техническим условиям, которые разработаны и утверждены должным способом. Кроме закаленного стекла, для конструкции с электроподогревом применяется также триплекс. Куда же нам без него? Это одно из самых широко распространенных стекол. И в остеклении кровли, допустим, для удаления снега и льда с поверхности, это совершенно незаменимый вид стекла. Требуемую удельную мощность вы видите на экране. Также триплекс используют при дополнительном или основном источнике отопления для изготовления, например, обогреваемых зеркал в помещениях с повышенной влажностью, то есть очень интересный вариант с эффектом антизапотевания. Собственно, такое стекло является достаточно новым, но однако уже завоевала симпатии потребителей. Здесь еще показана конструкция данного стекла. Ну и кроме вышеназванных мной сфер применения, оно применяется для утепления лоджий и балконов, для утепление помещений с большой плотностью, площадью остекления, особенно если это жилое помещение, допустим, с остекленной гостиной, верандой, которую предполагается использовать круглогодично. То есть здесь обычным остеклением не обойдешься, особенно в нашем климате. Это мансардные окна, это остекление зимних садов, это бассейны, особенно если у хозяина бассейна тяга к сплошному остеклению такому, то здесь, конечно, незаменимо стекло с электрообогревом. Преимущество такого стекла в том, что оно предотвращает теплопотери, предотвращает неприятную такую вещь, как запотевание. Это очень компактная система отопления, скажем так, и такое стекло, поскольку мы уже сказали, что оно изготавливается или из закаленного, или из триплекса, то такие стеклянные конструкции обладают повышенной прочностью и безопасностью. Кроме того, в эту конструкцию можно встроить сигнализацию, что также не бесполезно. И еще один рассматриваемый нами сегодня вид стекла – это противопожарное стекло, которое в наших условиях повышенной опасности, к сожалению, мы наблюдаем действительно в последние годы учащение случаев различных несчастных, связанных со огнем, с последствиями различных случаев, которые приводят к пожарам, то противопожарное стекло, в общем-то, должно широко применяться, особенно в общественных зданиях, в зданиях с повышенной пожароопасностью. Это могут быть промышленные здания с определенными циклами производства и так далее. Противопожарное стекло бывает нескольких видов, и самые распространенные – это однослойное, многослойное и монолитное закаленное стекло. Однослойное противопожарное стекло – это
специально химически и физически обработанное стекло, которое обладает повышенной жаростойкостью и ударопрочностью. И по интенсивности воздействия оно выдерживает от полутора, ну, почти в три раза больше нагрузки, чем обычное закаленное стекло. И по сравнению с обычным стеклом, оно выдерживает нагрузки больше в 6 и даже в 12 раз. Обладает превосходными противопожарными свойствами. То есть некоторые виды однослойного стекла могут сохранять целостность в течение более 90 минут при температуре пламени 1000 градусов Цельсия. И, собственно, такое стекло, чем хорошо, что оно увеличивает время для успешной эвакуации людей и предотвращения, во-первых, огня, во-вторых, задымления помещений. Еще одним хорошим качеством является высокая прочность. Как мы уже говорили, даже по сравнению с закаленным стеклом, и безопасность использования, поскольку такое стекло при неудачном ударе распадается на более мелкие и более безопасные осколки, чем даже закаленные. То есть такое стекло не ранит людей. И главной особенностью такого однослойного стекла является погодоустойчивость. То есть оно не зависит от воздействия ультрафиолетовых лучей и всегда остается кристально прозрачным. Как правило, из такого стекла делают противопожарные двери, окна, перегородки, структурное остекление. И его используют в качестве барьера для различных противопожарных функций. К многослойному стеклу, второму виду, относится ламинированное противопожарное стекло или триплекс противопожарный, который изготовлен из двух или более слоев стекла с использованием органической или неорганической смеси клеев для склейки или заполнение слоев стекла. Это специальное стекло, и оно соответствует определенным стандартам, то есть на него стандарты имеются. Оно также обладает замечательной жаропрочностью, может эффективно снижать тепловое излучение и теплопередачу, то есть еще и поглощает тепло. Может быть использовано также в различных видах производств, таких как химические или электронные, которые должны соответствовать именно высоким стандартам противопожарной безопасности. Данное стекло также обладает очень хорошей звукоизоляцией, и его можно применять не только как противопожарное, но и в дополнение как звукоизоляционное, например, в таких шумных местах, как аэропорты, места интенсивного транспортного движения, различные шумные мастерские и так далее. То есть, как правило, такое стекло применяется в общественных и промышленных зданиях. И хорошим свойством многослойного стекла является высокая степень прозрачности. И иногда из-за хороших качеств склеивающего слоя некоторые виды триплекса такого даже более прозрачный, чем обычное листовое стекло аналогичной толщины. То есть вот такой интересный вариант. Ну и монолитное закаленное стекло является одним из самых распространенных видов противопожарного стекла. Оно используется в наружных конструкциях, как правило, поскольку если использовать многослойное стекло в подобном случае, то существуют определенные ограничения по температурам в эксплуатации, необходимости специальной защиты от ультрафиолета, к чему многослойное стекло
более чувствительно. Ограничения по применению с определенными видами тонированных стекол, необходимость изоляции элементов конструкции от влаги и так далее. Плюс еще очень большой вес стекла многослойного. И ни одна из комбинаций архитектурных стекол, в том числе триплексов и закаленных, и различных теплосберегающих, в любых комбинациях и сочетаниях не выстаивает даже минимальных положенных 15 минут по огнестойкости, то на помощь как раз приходит специальное противопожарное монолитное стекло. Оно особым образом химически обработано. Это закаленное стекло со специальной обработкой, которая отвечает критериям сохранения целостности в течение до 60 минут по пределу огнестойкости. При пожаре такое стекло не расширяется, не мутнеет и выстаивает необходимый временной интервал по целостности. Стекло, как правило, бесцветное, прозрачное, толщиной от 6 до 10 мм. И достаточно хорошо работает в конструкциях, допустим, фасадных, в архитектурных конструкциях, где необходимо соблюдать вышеназванные мною условия. Единственный недостаток такого стекла – это более долгий срок изготовления и поставки, а также необходимо соблюдать все требования. Ну и, соответственно, скорее всего, дело еще в цене, поскольку специальное стекло, естественно, стоит дороже, чем обычное, но никому никогда не советую пренебрегать применением специального стекла в нужной ситуации, поскольку здесь можно быть точно уверенным, что мы получим безопасный результат. И несмотря на некоторую дороговизну, все-таки сохраним и прежде всего человеческие жизни и конструкции в целостности и сохранности. И, собственно, вот такое стекло еще раз скажу, монолитное и закаленное, оно, в общем-то, используется на фасадах и в наружных блоках. Это самый удобный вариант его использования. Что касается окон, то противопожарные окна являются элементом противопожарных преград и в зависимости от конструкции и назначения делятся на три типа у нас в стране. Противопожарные окна первого типа с минимальным пределом огнестойкости 1 час, это Е60. Противопожарное окно второго типа с минимальным пределом огнестойкости полчаса, это Е30. И противопожарное окно третьего типа с минимальным пределом огнестойкости 15 минут, Е15. Окна противопожарные должны соответствовать требованиям ГОСТам и ГОСТам по огнестойкости и СНИПу того же направления, а также техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности. В целом проблема защиты прежде всего людей, находящихся в помещениях, от различных экстремальных ситуаций, в том числе от пожаров, последствий взрыва, сопряженных с выделением огня, очень актуальна в наши дни, и хочется нам всем пожелать, во-первых, никогда не попадать в такие ситуации, во-вторых, для проектировщиков современных зданий, особенно с обилием стеклянных конструкций, особенно с зданий, где предполагается большое количество людей, выбирать нужные виды остекления. Несколько видов было обозначено в сегодняшнем вебинаре. Надеюсь, это было полезно. И на этом мы
ознакомительную часть заканчиваем. Если есть какие-то вопросы, можно их задать. Либо во вкладке «Вопросы», либо во вкладке «Общий чат». К сожалению, ценник на смарт-стекло я вам дать не могу, поскольку каждая фирма, которая изготавливает смарт-стекло, имеет свои технологии, свои материалы и, соответственно, очень сильно может различаться цена. Причем я знаю, что некоторые наши умельцы изготавливают смарт-стекло практически своими руками, и это выходит гораздо дешевле. То есть нужно знать принцип действий. В течение этого вебинара я давала схемку подключения смарт-стекла. Конечно, очень общую, но в принципе разобраться можно. Так что, к сожалению, не могу сказать. Но, естественно, стоит оно дороже обычного и даже специального, такого как закаленный или триплекс. Но если вы, в принципе, да, можно сделать так, потому что есть такие технологии. Единственное, для чего это делать? То есть для личного применения, скорее всего, да. Если вы делаете для кого-то большую конструкцию, то, скорее всего, все-таки надо профессиональное стекло заказывать. Но для себя почему бы и нет? Юлия, вы для личного использования спрашиваете? Если не для личного, то по мотивам прошлого нашего вебинара все подобные конструкции желательно изготавливать хотя бы по зарегистрированным техническим условиям. Если вы собираетесь собственноручно производить такие конструкции, то желательно разработать хотя бы тех условий, я уж не говорю про ГОСТы, и их зарегистрировать. А для того, чтобы их зарегистрировать, необходимо произвести испытания, как они будут работать в различных условиях. Поскольку кустарное изготовление таких вещей не дает гарантии, что они будут работать долго. То есть достаточно такой длительный процесс, но, скорее всего, достаточно интересный. То есть не советую вот без тех условий, без испытаний такими вещами заниматься для производства. Я так понимаю, вопросов на сегодня больше нет. Большое спасибо за присутствие. Очень рада была вас видеть. Данный вебинар вы можете найти в скором времени на сайте компании Титан. И если что-то вас заинтересовало, можете посмотреть еще раз. Надеюсь, что информация была полезной.
Еще раз большое спасибо за внимание, удачи и до встречи на следующих вебинарах.